Не справились с предпраздничной нагрузкой. В преддверии Нового года город встал в пробках. В погоне за скидками и распродажами, которые устраивают магазины и торговые центры, амичи спешат закупиться подарками, продуктами к новогоднему столу, а также успеть поздравить партнеров и коллег. Загруженность дорог наблюдается не только в утренние и вечерние часы пик, когда горожане едут на работу и обратно домой, но и в течение всего дня. Если на прошлой неделе в утренние часы пик мы видели 4 балла, в вечерние 6, то на этой неделе, вот уже несколько дней подряд, утром амичи стоят в 6-бальных пробках, а вечерами, соответственно, 9 баллов. Если говорить про дневные пробки, то к 12 она возрастает до 7, ну и дальше по нарастающей 7-8, и вот к пику она достигает 9 баллов. Предпраздничная суета, аварии и узкие, плохо очищенные от снега дороги – основные причины пробок. Не только в Омске, но и во многих других сибирских городах аналогичная ситуация. Однако, по данным Департамента транспорта города, то, что амичу может показаться настоящим коллапсом, где-то могут посчитать просто временным затруднением. Бальность в городах, она начисляется одинаково, но если города сравнивать друг с другом, то значения этих бальностей различаются принципиально. Для примера скажу так, вот те пробки, которые в городе Омске оцениваются в 10 баллов, для Новосибирска они бы оценивались в 7 баллов. То есть условия движения в городе Омске легче, лучше и свободнее, чем в том же соседнем Новосибирске. Я уже не говорю про город Москву.